Всем доброе утро. У нас только что дождик был. Сейчас вот переезжаем. Немножко сейчас посмотрим. Хотим тут туда заехать. Типа там лагерь сделать. Может, сейчас погода. Опять солнце должно быть. Ночью был дождь. Ну, благо и сейчас вот было, но сейчас уже все, вроде кончился. Должна быть хорошая погода. И вот такое место углядели интересное. Там заехать можно, там все в деревьях, как бы такой жары там не будет. В общем, как-то вот так начинается сегодняшний день. Долгожданный утренний сигнал. Мокрые все, ребята, тут капец после дождя. Теперь ветер поднимается еще с этих, с деревьев. Все. Вся мокрота с деревьев фигачит. Так. Так, что-то есть. Вот она. О, нифига. Что-то такое, ребят, смотрите. Ага. Какая-то привеска, что ли, была. Ну да. Нифига. Ну, сохран-то, потому что земля. В этом месте земля прям черная. Ребят, это привеска какая-то была с колечком. Не знаю, правда. От чего? Ну, стопудово какая-то была привеска. Что-то, наверное, внутри еще было. Такой прям патине. Коричневый, кстати, классный. Место, конечно, подзаросшее. Много этих открытых участков, которые интересные могли бы быть. Конечно, капец им до весны теперь. А сигналы идут, кстати. И ребята там только что отчитались, типа находки-то идут. Больше всего радует то, что эти капух-то нету, капух не видно. На поле вон там ехали, когда встречалась капухи по полю там, ну там дальше. Здесь вообще ноль. Сейчас посмотрим. Ох, ребят, крест, да здоров. Очуметь. Сейчас подтяну чуть. Тут проваливается этот. Пин проваливается. Чуть подтянуть надо. Опа. Оп, ребят, лепесток, но он здоров. Целенький. Ох. И от сахара. На камеру хорошо же видно, да? Земля-то какая. Смотрите, от сахара здесь какой. Сахаран просто шикарен. Практически вот, наверное, он в первозданном состоянии, как он потерян был. Вот в таком он состоянии и есть. Вот так. Хорош, ребята, хорош кресточек. Вообще изумительный, честно сказать. Большой, здоровый такой. Красота. Вот это лепесток, я понимаю. Это лепестище. Вот это сигнал, да? Вот это, ребят, сигнал. Прям испытываешь кайф, когда слушаешь такие сигналы. Вообще.
глубоко был. Ветки. Ага, здесь где-то. Где-то тут. Ну, давай монетку. Вот она. Выпала. Да, это говорит, сигнал-то прям был. И должна быть, ребята, она в сохране. О, деньга. А деньга — это хороший признак. Могут быть и более, ну, крутые монетки. Скажем так. Ну, в принципе, такой косвенный признак. Но все равно. Место-то старое, вот неудивительно. Тут и петровские должны быть. Ох, в патинке. При жизни подзатерто, конечно, но она в патине. Такой это, 36-й год. Ну, такие, по-моему, распространенные. Офигеть. Это красота. Находки идут, и сразу на душе радостно как-то. Для любителей и профессионалов магазин металлоискателей грунтовик.ру. Большой выбор металлоискателей от ведущих мировых брендов. Катушки, аксессуары, запчасти, акции и скидки. Быстрая бесплатная доставка от 10 тысяч рублей курьерскими службами. Различные способы оплаты, включая оформление в кредит. Покупая в магазине «Грунтовик», вы получаете 100% оригинальную продукцию и гарантийное сервисное обслуживание в официальном сервисном центре. Интернет-магазин «Грунтовик.ру». Найди свой клад. Ну, сигнал, ребят, скачущий. Даже, честно говоря, затрудняюсь предположить, что тут сигнал скачет. Что там непонятно. Так. Ну, вроде стабильный, цветной. Прям на совсем на мусор не похоже. О, куда делся? Тронух. Куда делся? Что-то маленькое, блин. О, видите, скинул в сторону. Это что? Ну, ребят, может и мусор. Не, вон какая-то фигня. Ну, пока сложно сказать. О, не, это что-то, смотрите. Это украшение. Это украшение серебряное, что ли, безделушечка-то. Комары кусают. Похоже, как на серебряное. Безделушечка-то какое-то. Да, тут, наверное, дырочки, вон там две должны быть. Очень похоже, по крайней мере. Ну, это что-то какая-то типа пронизки продевалось, это украшение, может быть. Не знаю, может даже серьга была вот здесь продевалась, носилась, может серьга была. Но она не серебряная, сначала подумал серебряная. Скорее всего даже, мне кажется, серьга была, она такая легкая, почему такой сигнал был. Продевалась вот здесь сигнал с крючочек, они как висюлька так висели. Ну, она пустотела, легкая, кстати. Девяносто два. Редко, что здесь пока такие сигналы идут. Но это, ребят, заявка на монету. Заявка на монету, кстати. Жалко, надо будет весной сюда еще приезжать. Есть контакт. Что-то тут где-то. Ага, это тут что-то. Ага, о!
говорю, монета. Ну, заявка была на монету. И должна быть тоже в сохране. Черноземистый. Ох, ребятушки. Ну, это вообще песня. Смотрите. 2 копейки. Александр первый. Но дело-то даже не в Александре, прям первом в 2 копейках-то. Дело в том, какое у нее состояние. Ну, при жизни затерто, да. Но общий сохран 1822 год, по-моему. Общий сохран, ребята, просто песня. Вот так вот. Как говорится, в нашем деле почва играет главную роль. Да, сигнал невысокий, кстати. Не знаю. Сигнал невысокий. И по звуку, и так. И по УДИ. Опа. Опа. Не выкопали что? Ну, понятно. Так. Делаем проще. Ставим пин. Ага. Пин не видит. Ой. Так, ну тут что-то. О, колечко. Я смотрю, сигнал-то был такой странный. Ну, ребят, из-под корней выковыривал. А, перстенечек даже. Перстенек со щиточком. Сейчас позырим. Там с рисунком, ребят. Рисуночек есть. Это уже замечательно. Часто бывают лысые. Прям такие. А это, когда есть какой-то рисунок. О, это даже что такое, более раннее, ребятушки. Более раннее, да. Да, такой нацарапанный рисунок. Чуть, наверное, мне кажется, век 15 вообще попалось. Ну, на той стороне вот мы были, на той стороне речки. Там эти вещи попадались прям, ну, более часто. Потому что, как бы, типа, более старые деревни были там. Здесь 2 или 3 деревни вообще рядом были. Вот такой вот перстенек. Ну, стабильный сигнал. Сигналище-то стабильный. Посмотрим, что тут. Что нам тут? Дедушка Хаббард прислал. Надеюсь, не мусор. Попадается, ребят. Я уж не снимаю, потому что, ну, смысл все это снимать. О, смотрите, кирпич даже идет здесь. 68 показывает. Ух ты! Ребят, ну это явно не пробка. Смотрите. Да, что-то в позолоте. Ох ты. Пока не пойму даже, что это такое. О. Опа. Ах ты, за веточку. Сейчас. Ребят, я знаю, что это такое, но, блин, вещь вообще, конечно,
Офигеть, какая прикольная. Может быть, вы даже сами сейчас, когда смотрите видео, да, набито, конечно, земли. Короче, эту верхнюю часть, ребята, от курительной трубки, она такая вся в позолоте, смотрите. Ну, примерно вот так это выглядело в сборе. Короче, такая вещичка была, блин, глянуть бы на саму трубку бы. Мне кажется, она вообще была бы бомба. Сейчас, в общем, я очищу все это дело и вам покажу. Да, не будем терять время, чищу, потом вам показываю. Офигеть, как же я люблю такие все-таки находки. Ну, ребята, вот. Насколько мог, я ее почистил. С такой мордочкой. Вся была, кстати, позолочена. Вот такая вот прекрасная вещь. Ну, а так, количество трубок и разновидность, конечно же, просто ошеломляет. Это вообще такая отдельная история. Очень много людей есть, которые именно увлечены коллекционированием старинных трубок. Естественно, в каждой стране они выглядели по-разному, но предназначение, как понимаете, у них было одно. Вот специально сейчас посмотрим с вами немножко, какие есть разновидности трубок. Ну, их очень много. Есть вообще прям произведение искусства трубки. Вот здесь вот в таком вот футляре из слоновой кости, скорее всего. Ну, очень-очень много всяких различных трубок курительных. Вот, пожалуйста, тут вообще тут резьба по кости идет. Из слоновой кости, скорее всего. Вот еще тоже. Вот. Вот. Вот эти вот вещи, смотрите, какие красивые. В общем, кому интересно, конечно же, просто в поиске наберите старинные курительные трубки и ознакомьтесь, посмотрите, кому интересно. Ну, мы продолжаем. Замечательные. Тут меня там кусает. Вот нравятся мне они, да. Вот вроде бы, уже сколько раз говорил, вроде ерунда такая, да, ничего такого, это ж не монеты, но да, в целом виде. Офигеть, история по золоте. Класс. Вот, обожаю такие вещи. Вы только посмотрите, какая патинка красная. Нет, она не малахитовая, наоборот, какая-то вот такая травяной цвет. Зеленый. Был такой перстачок. И здесь, мне кажется, вот растительные такие узорчики. Он ближе похож по стилю на вот как раз 15 века. Но вот здесь вот видно, наверное, три камешка стояло. Как бы вот сделаны. Видно остатки крепления. Но сам перстень, в общем-то, был такой, ну, красивенький. Да он и сейчас, в принципе, необычный, красивый перстень. Кто-то может, конечно, скажет, что ерунда. Ничего здесь красивого, перстень для перстня. Ну, не знаю, каждому свое. Ну, ребят, на сегодня как бы заканчиваем, потому что дождь не дает. Опять был дождь. Сейчас выбираемся, как бы вот решил показать, думаю, ну, наверное, вот так вот сегодня будет. Походу, пока будем идти, может быть, что-то еще попадется, может и нет. Ну, в общем, пока вот так. Ну, я считаю, вообще шикарно. Такие предметы, которые, ну, далеко не часто попадаются они вот, эти предметы. Фу, ребят, все, да, вот машина за этими кустами. Уже мы здесь пришли, сейчас покушаем немножко. Короче, за кустами лагерь. Где машина стоит. Все. Опять сейчас дождь собирается, скорее всего. В общем, такие какие-то дни у нас не очень. Ну, дождливые, в общем. Не повезло с погодой нам. Особенно-то. Ну, ничего страшного. Надеюсь, завтра его не будет. Дождика. Зато вот пасмурно, когда ветерок, так хорошо, в общем. Комфортно ходить. Если не считать оводов и комаров. Спасибо, что посмотрели. Не забываем подписываться на канал. Все полезные ссылки по этим видео в описании, как всегда. Ну а вам крепчайшего здоровья и до новых встреч. Пока-пока.